Всем привет! Сегодня я снова поделюсь различными секретами и хитростями, которые могут немного улучшить вашу жизнь и сделать ее проще. Так что поехали! Если вы хотите получить в два раза больше сока из фруктов, просто поставьте их в микроволновку на 15 секунд. Контейнер для линз очень удобно использовать как емкость для крема или других каких-то средств брать в поездку. Место они занимают как спичечный коробок, а содержимого хватает на несколько дней. Чтобы избежать попадания воска на именинный пирог, возьмите кукурузное колечко и воткните в него свечку, и проблема решена. Когда мы наливаем сок из пакета в стакан неправильным образом, то чаще всего летит много брызг. По правилам нужно, чтобы горлышко всегда было вверху. Из обычной сумки можно с легкостью сделать рюкзак. Для этого понадобится длинный ремешок, он обычно идет в комплекте с сумкой. Далее закрепляем, продеваем через ручку и снова фиксируем. Все готово. Чтобы придать шампуню намного больше полезных свойств, возьмите таблетки «Золотое мумиё» и добавьте в шампунь. Я обычно беру 20 штучек, и в течение дня таблетки должны раствориться. И чудо-шампунь готов! Для того, чтобы избавиться от запаха в обуви, нужно насыпать в небольшие мешочки соду и оставить их на ночь. Сода впитает в себя всю лишнюю влагу и запахи. Если никак не получается открыть плотно закрытую крышку, просто наденьте резиновые перчатки. Вы решили отправить письмо и случайно заклеили конверт, забыв положить что-то важное? Поместите конверт в морозильную камеру, и вы с легкостью сможете его открыть, не нарушая бумагу. Если вдруг у вас закончился бронзер, его можно заменить какао-порошком. Просто поместите в удобную упаковку и смело пользуйтесь. А теперь мне понадобится шоколад. Можно взять любой, какой нравится. Далее нужно его растопить с добавлением небольшого количества воды. И после этого разлить формочку для льда. После того, как шоколадный лед готов, помещаем несколько штучек в стакан и заливаем его молоком. Получается очень даже вкусный коктейль. Если вы потеряли какую-то очень мелкую вещь, флешку или сережку, воспользуйтесь пылесосом, надев на него капроновый чулок. В качестве мыльницы хорошо подходит ненужный чехол для телефона. Чтобы джемпер не растянулся, вам поможет этот способ. Для того, чтобы лимон дольше оставался свежим, не избавляйтесь от верхней части, а просто прикрепите ее при помощи зубочистки. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, также смотрите предыдущие видео. А если вы хотите знать еще больше интересного и полезного, то заходите на мой паблик ВКонтакте. И, конечно, не забывайте про Инстаграм. Пока-пока!